По мнению российского эксперта, азербайджанцы испытали на себе негативнейший исторический опыт, когда внутри страны определенная территория имеет особый статус. Поэтому ни на какую автономию армян они больше не согласятся. Как передает Азиас, директор Института политических исследований Сергей Марков заявил порталу «Москва-Баку», что Азербайджан демонстрирует четкую позицию в связи с армянами Карабаха. «В целом, думаю, потенциально Никол Пашинян готов признать территориальную целостность Азербайджана, включая признание в его составе оставшейся части Карабаха. При этом армянский премьер хотел бы добиться предоставления для армян Карабаха особого статуса широкой автономии. Президент же Азербайджана в последнее время дал четко понять, что никакой широкой автономии быть не может. Такая позиция связана с тем, что азербайджанцы испытали на себе негативнейший исторический опыт, когда внутри страны определенная территория имеет особый статус. Именно сепаратистские и националистические настроения армянского населения и особый статус Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР и привели к Нагорно-Карабахскому конфликту. Поэтому автономия для карабахских армян невозможна. Но президент Азербайджана готов дать армянскому населению все права азербайджанских граждан. Кстати, хочу отметить, что на сегодняшний день в Азербайджане живет порядка 35 тысяч армян, поэтому никакой проблемы здесь быть не должно. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.